Дорогие друзья, привет! Из вступительного видеоролика вы уже составили представление о том, чем мы будем заниматься сегодня. Сделать нам предстоит мужское украшение из палладиевого золота 750-й пробы, решенным в готическом стиле, вот с этим очаровательным самоцветом гранатовой группы. Это родолит. У этого красавца есть своя интересная история, которую я поведаю, когда мы доберемся до его закрепки. Ну а что касается изделия, которое нам предстоит сделать, заказ поступил, что приятно, от моего подписчика. И сначала-то Игорь пришел ко мне с 5-каратным демонтоидом, с пожеланием именно с этим камнем сделать кольцо в готическом стиле. Но немножко подумав и проанализировав, и поняв, что круглая форма камня не очень соответствует готическому стилю, Игорь принял решение сделать это изделие с родолитом, что наиболее верно. Ну, во-первых, такой жгучий красный оттенок плюс угловатая форма, что больше соответствует готическому направлению. Конечно, это очень хорошо, когда клиент обращается к ювелиру уже подготовленным и в интернете находит хотя бы какие-то примерные ориентиры, говорящие о том, что он хочет увидеть в будущем изделии. Так вот, пусть интернет много не предлагает, но Игорь нашел вот такой вот вариант. Конечно, кто хорошо разбирается и понимает ювелирное искусство, тот понимает, как далеко яблоко упало от яблони. То есть в этом изделии мы не видим художественной концепции, мы видим череду случайностей. Отдельные участки металла, отдельно набитые какими-то готическими фрагментами. Плюс впечатление общей железячности изделия. То есть родолит, но красивый сам по себе, и шинка, которая некрасивая даже сама по себе. Как этого избежать? То есть, чтобы придать изделию какую-то художественную, не знаю, благородность, родолиту надо дать ответ внизу на шинке, или согласно цвету верхнего камня, то есть красного, или бриллианты. Бриллианты, как правило, беспроигрышный вариант. Но клиент не хотел дополнительных камней, и это его право. Поэтому, чтобы избежать вот такой вот впечатления чугунности, да, мы в изделие добавим воздуха, что я и сделал. В общем-то, другие варианты я и не отрисовывал, они все были воздушными, и это просто необходимо. Потому что воздухом в ювелирном изделии мы не просто там создаем какую-то легкость, что тоже важно, но мы им еще и рисуем. И, конечно, после материала, предложенного интернетом, изучив эскизы, предложенные художником, клиент был очень приятно впечатлен. И после недолгих раздумий он выбрал вот этот вариант. Ну а что касается текущего этапа изготовления, мы набираем общую форму кольца. В принципе, об этом я говорил почти в каждом видео, предшествующем в этом плейлисте, поэтому можете открыть любой из них и услышать мои комментарии. Но к комментариям по изготовлению я вернусь после того, как мы эту массу наберем и уже будем заниматься детализацией.
друзья, я думаю, что пора дать какие-то комментарии по текущему ходу работы. Что вас сейчас может насторожить? Ну, во-первых, это высота кольца. Кто-то может спросить, зачем оно такое высокое? На эскизе не так. На эскизе действительно не так. Но не забываем, что определенная масса у нас пойдет на крапаны. А крапаны у нас лягут по форме камня. И, соответственно, масса кольца станет более приземленной, что ли. Плюс, какой-никакой, все-таки мы закладываем запас. Для всех он разный, для специалиста он может быть минимальным. Поэтому... Ну, заложил я здесь запаса общего, может быть, край миллиметр. Больше не нужно. Во-вторых, вы видите, что я смягчил касание граней. То есть в углы они у нас сходиться не будут, потому что это противоречит художественному замыслу. И из эскиза может вообще показаться, что это кольцо имеет круглую форму. Но это тоже плохо, потому что противоречит форме камня. А камень у нас граненый. Поэтому мы сделали что-то, ну, нечто усредненное. Ну и что касается эскиза, то да, конечно, общий художественный замысел в изделии мы сохраним. Но не забываем, что материал иногда подсказывает и диктует свое. Поэтому, может быть, какие-то у нас элементы получатся чуть крупнее, может быть, чуть меньше. В общем, это нам скажет материал уже по ходу изготовления. И, в общем-то, к этому этапу мы сейчас и переходим. Я возьму белый гуашь и то, что изображал на эскизе, сейчас попробую перенести материал, пока просто для себя, для наглядности, как это все будет компоноваться. Обращаю ваше внимание, что никакой мелкой детализации мы сейчас не занимаемся, нам это не нужно. Все эти мелкие детали, переходы рельефов и прочее, этим мы будем заниматься уже на следующем этапе. Сейчас нас интересует заполнение по пятну. Нам нужно разделить, что в композиции воздушное, что материальное. Конечно, минус гуаши в том, что, нанося рисунок на противоположную поверхность, нам нужно как-то перехватываться пальцами. Да? И тот рисунок, который уже нанесен, захватывая его пальчиками, мы размазываем гуашь по поверхности. Это, конечно, неприятно. Но, в принципе, половину кольца мы заполнили, этого будет достаточно, чтобы сейчас обконтурить этот рисунок гуашной чертилкой, и уже потом мы его сможем отзеркалить на противоположных сторонах. Всю гуашь я смыл, она нам больше не нужна. Нужна она была только для того, чтобы убедиться, что композиция на бумаге вполне себе отвечает композиции, которая у нас уже будет в материале. Плюс мы сняли какие-то базовые размеры, уровни, оси и так далее, которые уже вычерчивали остро заточенным штангенциркулем, лезвием и чертилкой. Дальше мы будем разбирать кольцо по рельефу. Кстати, когда мы искали наполнение кольца декором по пятну белой гуашью, вы могли заметить, что у нас есть повторяющиеся элементы. В принципе, их и в эскизе видно прекрасно. То есть это трилистник, да, один из самых популярных мотивов в орнаменте готическом, и четырехконечная звезда. Так вот, раз уж они повторяются, я думаю, что для наибольшей точности мы выпилим шаблон из металла, по которому уже переведем их наиболее точные друг к другу.
Кстати, начинающие товарищи модельеры, кто будет моделировать подобные кольца, обратите внимание, что полость я убирал не по всей поверхности кольца внутренней, а от верхушки вертикально вниз сначала, а уже потом по форме. Почему? Колечко мы делали с запасом, да? Поэтому вверх мы сейчас будем убирать, выпуская наверх крапана. И если мы бы выбрали полость сразу по форме колечка, камень бы у нас пролетел насквозь. Я сам себя поймал на этой мысли уже только в ходе работы. Вот поэтому будьте внимательны. Провел три окружности в надежде получить красивую форму трилистника, но сейчас вижу, что форма получилась неадекватная. Я уже понял, в чем ошибка, а сейчас сделаем верно. Ну вот сейчас форма трилистника мне уже нравится. То есть три окружности не должны были пересекаться между собой, у них должно было быть легкое касание. Тогда фигура получается красивая. Так, друзья, перед тем, как мы будем переводить орнаментальные мотивы на кольцо, мы должны его грамотно припилить, потому что вот эти здоровенные лопухи, они слишком толстые в основании. И, кстати, это одна из классических ошибок, когда пытаются загнуть толстенный крапан, припилив, сделав его тоненьким наверху, в то время как закрепка осуществляется в его основании. Поэтому сейчас мы их грамотно подпилим, уже адаптируем для закрепки, после чего будем переводить с шаблона рисунок на кольцо. We'll be right back.
Ну вот на этом этапе изготовления я бы уже хотел подстраховаться и снять резиновую форму с изделия. Если видео смотрят не только ювелиры, вкратце я объясняю. Резинку с модели мы обычно снимаем, чтобы запустить ее в тираж. Это изделие в тираж запускаться не будет, оно эксклюзивное, оно будет в единственном экземпляре. Но резиновую форму мы в данном случае снимаемся, чтобы подстраховаться на случай непролива украшения. К сожалению, у литейщиков бывают осечки. Это происходит, и если изделие вдруг, ну, мы будем все надеяться на лучшее, но вдруг, если вдруг оно не прольется, у нас будет резиновая форма. Да, и оттуда мы извлечем восковочку, пусть не до конца законченную, но хотя бы часть работы у нас будет сохранена. Если же мы закончим изделие полностью и не подстрахуемся, и оно не прольется, но это будет фиаско, потому как его придется повторять с нуля. Этого бы очень не хотелось. Ну и покуда у нас сейчас пробежит маленькая рекламная пауза, я бы хотел, чтобы начинающие ювелиры, воскорезы подумали, почему я снимаю резинку с ювелирного изделия именно сейчас, пока она еще готова не полностью. Ведь, казалось, было бы намного эффективнее закончить изделие целиком, снять резиновую форму и на случай непролива из-под резинки уже получить полностью готовый эталон под литье. Но я делаю это именно сейчас. И за одним подумайте и ответьте в комментариях, почему я выбрал синий воск для моделирования, а не зеленый. Ведь с зеленым работать можно более точно, потому что он более твердый. Друзья, нас ютуберов по-прежнему продолжают кошмарить мыслью о том, что YouTube на территории России будет прикрыт. Поэтому на случай, если это вдруг случится, я запустил свой телеграм-канал, в котором несколько раз в неделю я публикую какие-то посты, в которых мы можем с вами пообщаться. И вы в том числе можете пообщаться с друг с другом, с вашими коллегами-ювелирами. Поэтому присоединяемся к каналу, ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Так все-таки, почему мы снимаем резиновую форму с изделия на промежуточном этапе изготовления? Кто достаточно взаимодействовал с модельным воском и снимал с него резинку, тот прекрасно знает, что извлечь восковку из резинки, не повредив ее, практически невозможно. Но покуда она у нас более целиковая, мы минимизируем вероятность ее травматичности, что ли. То есть, да, скорее всего, она не уцелеет. Да, скорее всего, где-то она сколется. Да, у нас пойдет трещина. Но если представить, что мы снимаем форму с изделия уже полностью готовое, а оно у нас будет очень воздушным и ажурным, там не то, что не избежать трещины, нам просто его уже будет не собрать по кускам, потому что рассыпется оно просто в крошку. Конечно, кто-то может сказать, что, слушай, в чем проблема? Ну, расколется у тебя восковка, ведь у тебя уже будет резинка, и ты в любой момент сможешь получить копию этого изделия. Так-то оно так, но все-таки изготовление резиновой формы с восковки – это тоже определенные риски. Риск замешивания, залива, вулканизации, как она там разрежется. Может быть, особенно если это силиконовая резинка, она порвется в неудачном месте. И это все отразится на восковке. И восковочки будут соответствующего качества. С одной стороны, страшного в этом ничего нет, если вы все-таки вы делаете тиражные изделия. Но я делаю эксклюзивное изделие. Я думаю, что любой художник-ювелир, кто работает с изделием эталонно точно, хотел бы именно это изделие видеть отлитым, а не копии, которые у нас будут получаться. Ну, плюс ко всему, не забываем про усадку. Она будет, пусть силиконовая резина и заявлена как безусадочная, все равно какая-то доусадочка обязательно будет. И как раз по этим же причинам я выбрал синий воск, что он более пластичный. Если бы мы снимали форму с зеленого воска, тот бы рассыпался просто в труху. Ну а так у нас есть шансы, что более-менее мы изделие извлечем из резинки неповрежденным.
что, ребят, тем, как мы разрезали резинку и извлекли оттуда модельку, я очень доволен, потому что трещина возникла только в одном совершенно непроблемном участке, который мы легко запаяем. Конечно, не так аккуратно мы разрезали резинку, как хотелось бы, потому что, чтобы сделать классный качественный рез, ее нужно хорошенько растягивать. Но растягивать мы ее не можем, потому что там была заключена восковая модель. Но все-таки синий воск сыграл нам в плюс, да, все-таки более-менее он пластичный, поэтому извлекли мы его практически без повреждений. Так что я очень доволен, продолжаем работу. Ну что, ребят, композиция изделия у нас уже найдена полностью. Нам осталось самое малое – это сделать стакан в кольце. Сделать стакан – это не значит, что мы сейчас должны выпить за колечко. Это значит, что мы должны внутри кольца сделать металлическую какую-то основу, лежащую по форме пальчика. Дело в том, что кольцо масштабное, его границы, пусть они не очень острые, резать палец они, конечно, не будут, но все-таки относительно размера кольца определенный дискомфорт они могут доставлять. Поэтому если все-таки по пальцу у нас будет лежать какая-то металлическая художественно решенная пластинка, комфорта при носке такого изделия будет намного больше. Ну и, конечно, наиболее наблюдательные могли заметить, что все-таки от эскиза мы отклонились. Ну, конечно, то, что мы сразу видим, это ажуры, которые были запланированы в кольце, я оставил цельнометаллическими. Потом трилистник, да, если он у нас был просто пропильной на общем фоне такой вот арочки треугольной, здесь у нас заключен в отдельную окружность с окаймлением воздуха. Ну и декоративные стрелочки. Дело в том, что клиент, он увлекается стрельбой из лука и хотел, чтобы эти мотивы появились также в кольце. Но по ходу изготовления мы видим, что кольцо уже самодостаточно. И выводить еще и стрелы было бы уже перебором.
А почему я сейчас говорю об этом? Дело в том, что когда я только начинал свою преподавательскую деятельность, это был институт, который я сам же заканчивал, год 2008, наверное. Так вот, когда мы начали создавать изделия со студентами по их собственным проектам, мы вносили, ну, по моей инициативе, определенные изменения, за что я был очень осужден. Почему? Потому что делать этого вроде бы как нельзя, потому как у комиссии на итоговых просмотрах будут вопросы, почему сделано не по эскизу. Так вот, я вам хочу сказать, что определенные изменения, отклонения от эскиза в пользу изделия, если того подсказывает материал, это совершенно нормальный ход работы. Другое дело, что если отклонения большие, конечно, такие рабочие моменты нужно утрясти с клиентом. Если клиент одобряет вашу инициативу, то выигрыши останутся все. И художественное изделие, и вы, как мастер, довольны своей работой, и сам клиент. Дело в том, что то, что мы видим на бумаге, ну как в нашем случае две проекции, фронтальная, да, и профильная, они хороши сама по себе, каждая в отдельности. Но когда у нас изделие готово в материале, мы можем покрутить и посмотреть на него со всех сторон, с разных ракурсов, мы видим, что тот ажур, который планировался, его бы было уже слишком много. И потом тот цельный металл, я имею в виду рисунок четырехконечных звезд, фон этих орнаментальных мотивов будет заматирован, плюс зародирован черным цветом руди, соответственно. Это тоже было одно из пожеланий, кстати, клиента. Ну и что касается стрел, один из самых популярных и наглядных мотивов в архитектурном направлении готическом – это стрельчатые арки, которые у нас отражены в кольце. Ну то есть пусть немножко косвенно, но все-таки идея со стрелами у нас в изделии найдена. Но сейчас мы делаем стакан и поднимаем стакан за изделие. Ну что, ребят, сейчас мы можем говорить о том, что восковая модель перед литьем готова на 100%.
Но как исключение, обычно я это, конечно, делаю уже в металле, потому что металл твердый материал, и работать с ним можно более точно. А говорю я о посадке камня. Сейчас мы предварительно посадим родолитик, чтобы изделие было для вас уже более наглядно. Особенно для зрителей, которые ювелирами не являются. Ну, а почему я разделил это видео пополам? Дело в том, что мне очень много просьб и комментариев поступает от ювелиров, которые хотят узнать об обработке ювелирного изделия после литья. Сейчас эта тема особенно актуальна, потому что большинство изделий мы получаем, не мы, а ювелиры, получают из-под станков и после литья. И у них возникает вопрос, а как это все качественно обработать? До сих пор я это видео не снял, потому что тема для меня не очень интересная, творчества в этом мало. Но раз эти просьбы поступают и тема востребована, видео отдельное на эту тему будет. Поэтому увидеть, как это кольцо будет во всей красе, уже готовое в материале, вы сможете в следующем видеосюжете. Поэтому присоединяемся к каналу и до встречи в следующем сюжете, друзья. Увидимся. Пока.